получается, первый день, когда мы именно отобрали тех ребят, с которыми мы будем дальше двигаться в сезоне. Обязательно поговорите в пятерках, ладно? Всегда ставлю задачу концентрация внимания на бросок, на движение, на катание, во всем концентрация. Надо включить голову, потому что ребята провели хорошую работу в плане физики, в плане технических навыков, но вот именно сыгранности. Будем играть с видным в четверг, будем давать уже оценки, где прибавлять и в чем прибавлять. Поэтому для нас это будет, в первую очередь, для тренерского штаба показательный.